Друзі, я вітаю вас, мир вам. 21:11 по українському часу. Сьогодні у нас 21.03.2021 року. З вами Любомир Богоявленський. І це категорія відео «Духовний подарунок для вас». Березень, частина 2 2021 року. Я хотів почати це відео записувати десь о 20:10. І я взяв перерву, скажімо так, щоб помолитися, попросити силу вищу дати мені сьогодні енергію. Бо такий день, ну, я поки от то їсти готував. Потім треба було порати собак, котів іти вечором. І там курей порати. І так далі, тому подібне. І я тут навчання паралельно, так? Я дякую за вітання. Хтось мені пише, я зараз ще не бачу, але написано, що зі святом. Дякую взаємно. І я дуже стомився. А я ще ж консультував сьогодні людей, а робота з кожною людиною, вона непроста. І в мене на вечір потрібно духовний подарунок провести. Ну, я анонса не робив, чому? Тому що питання є, вони збиралися, і люди чекають. І я вирішив другу цю частину без анонса, от ці питання, що в мене є, їх вже відповісти на ці питання людям. А ще в мене дві людини на прийоми записані. І мені треба набратися сили, щоб проконсультувати. Бо треба ж якісно продивитися по картам ситуацію, людині допомогти від душі. А це вимагає багато сил. І от уже о 7-й вечора я відчув, що хочу спати. І я доробляв там справи, те, що треба було по господарству. І почав молитися, щоб мені сила була. А потім я вже 8-ма година, я відчуваю, що ну немає в мене сили. Моя батарейка зовсім сьогодні енергетично виснажилася. А завтра навчання, післязавтра навчання, важкі заняття, багато завдань. І треба бути бадьорим. І я почав молити силу. Кажу, сила, ну дай мені енергії, щоб я зміг проконсультувати і духовний подарунок записати, і людей ще проконсультувати. Ну дай мені сили, щоб я зміг це все зробити. Ну немає у мене сили, ну повністю енергія в мене вийшла з мене от сьогодні. І ну не можу, треба провести і це, і це, і це. І завтра бути бадьором ще навчання. І післязавтра навчання, і немає сили. От така ситуація, ділюся. Але не жаліюся, це нормально. Просто що люди запитують, а чому платні консультації у вас? Є й безкоштовні в духовному подарунку. Та тому що вони не відчувають, як це, коли тебе ну, немає енергії. Вже вся ця енергія з людьми працював. І от вона пішла, нема в мене сили дивитися на картах Таро, а люди чекають, так? А тут консультації вже є замовлені, і треба ж це довести до кінця. Тому я починаю, і я надіюся, що сила мені таки дасть сьогодні енергії, щоб я ж міг і духовний подарунок для вас записати. І тут в мене буде три ситуації. Така міні-діагностика. Я хвилин, думаю, 40 буду сьогодні от прямо в ефірі ще. І потім я надію, що мені сила дасть провести якісно дві консультації, щоб люди на мене не ображалися, бо це платні консультації. От, і я перебуваю в молитві. От, відчуваю себе дуже виснаженим зараз, тому я вибачаюся, якщо можливо
ну, це буде відчуватися. Бо коли я починаю гадати, у мене немає вже енергії, вона виходить, то я починаю засинати на ходу, у мене вже немає сили. От, але все буде добре. То ми починаємо. От таке питання мені задала, ну, людина, імена в нас будуть сьогодні замінені. Люди просили. Анна мене запитала, Аня. Питання в неї таке недослівно. Чому Путін напав на Україну, анексував Крим, продовжує військову агресію в Донецьку і Луганську? Яка причина езотерична цього? І це питання, воно для мене також актуальне виявилося, бо я бачу містичні сни, страшні сни, апокаліптичні, це вже з 2015 року. Вони пов'язані з Російською Федерацією, з агресією цією. Ну, от, наприклад, мені сняться сни, начебто Радянський Союз новий я бачу, так? І я йду по Москві, по Червоній площі, і мені чітко йде інформація, я бачу про те, що немає вже кордонів. Радянський Союз відтворений ціною геноцида українців. І багато таких різних мені снів апокаліптичних сниться, кошмарних. І тому питання актуальне. Давайте подивимося, Аня, чому ж Путін напав на Україну? Яка мета цієї агресії? Що він хоче? Чому не залишає Україну рідну нашу у спокої? Я перейду на русский язык, да? Потому что человек на русском языке фактически спрашивал, вот и тут есть люди, которые на русском языке два вопроса. И вопрос будет один на украинском языке. Человек с Украины, родной моей, спрашивал. Поэтому я и на русском языке, и на украинском будет, вот, чтобы люди понимали. И так, вопрос ваш, Аня, почему Путин напал на Украину? Какой смысл этой военной агрессии? Зачем вообще эта оккупация Крыма, острова? Да? Ну зачем это все? Какой в этом смысл? И мы смотрим по картам. И сразу враг. Это враг, это пиковый король, потому что Путин враг Украины. Вот он напал, логически. Но что же за этим скрывается? За этим дьявол, да? Это силы зла. То есть получается, что Путин на данный момент пребывает в ситуации человека, который продал душу дьяволу, да? То есть это человек, который сознательно выбрал своего бога сатану. Да, вот. И когда происходило уничтожение церкви сатаны российской, это драма, да, где сатанистов убивали, уничтожали в Российской Федерации. Там есть разные группы. Я выступил за Юдавина, сатаниста, и защищал его фактически. Наверное, единственный эзотерик, который протестовал, когда их там, им дела сфабриковали, обвинения ложные дали. И хотели всех там посадить в тюрьму, и неизвестно, где они пропали, то есть посадили их или что. Нет информации, соцсети их не полностью стерты, удалены, там какое-то было постановление. То сатанисты ж объясняли, говорили, что мы за Путина. О, Путин! Воплощение мирового зла! Реинкарнация Ирода! О, прадаўні Каін, новы Каін. Ты главный антихрист планеты Земля, они шпели ему. Главный сатанист мира. О, князь зла мира сего. Ты выше Иуды. Ибо стоишь по правую сторону от самого дьявола.
мы почитаем тебя, они же там, эти российские сатанисты, как дьяволопоклонники, веровали в дьявола как в зло. И они молились фактически на Путина, как на воплощение мирового зла, где у Путина вошел сам сатана, князь мира сего, ну максимально. То есть Путин, он как выступает, ну фактически антихрист уже на земле, но еще не полностью он трансформировался в самого сатану. Поэтому этот как бы вот он предвестник антихриста, где антихрист должен прийти в Советский Союз новый, да, и вот он тогда воссядет уже на трон Советского Союза, и вот Россия должна стать как империя мирового зла, новым центром сатанизма мира, да, то есть это самая обитель зла на свете номер один, которую только можно вообразить. И ребята молились, веровали, да, то есть Путина как в зло. И он же, вместо того, чтобы поддержать сатанистов, их просто начал уничтожать. Уничтожать максимально, чтобы в сознании людей не возникало даже мысли о том, что он является величайшим грешником на свете и воплощением зла мирового. И, к сожалению, карты четко показывают, значит, потому что он слуга дьявола, потому он напал на Украину, аннексировал Крым. Это первое. Причина духовная, то есть это бесы, человек чистый, да, он уже превратился в такого мега-беса человека. Но не в этом только дело, не в этом только дело. Значит, так, что скрывается за попыткой уничтожить Украину? Так, да. Я, ну, это, да, то, что я и думала. Значит, так, вот смотрите. Я вижу, просто просматриваю вообще глубинно, я скажу вам ключевую информацию, которая сейчас выпадает. Смотрите, потому что Владимир Путин, он хочет уподобиться сатане, то есть это власть над планетой Земля. Смотрите, этот шарик в руке, аркан сатана, это планета Земля. То есть вот Путин хочет взять планету Земля в свои руки и стать абсолютным императором этого мира. Уподобиться максимально Антихристу. Но попытка уничтожить Украину не случайна. Это построение Вавилонской башни. Что же это за Вавилонская башня? И какое зло и черт лихотворь за этим кроется? Ну, то, что мне и было видение, как и карты подтверждают, вот я посмотрю комбинации их. То есть план таковой. На базе Россия, Беларусь и украинская земля священная, Украина, Владимир Путин хочет создать новый Советский Союз. Этот Советский Союз, его будет, видите, вот, тут эти арканы, это не секса арканы, тут не выступают, арканы веры, да, то есть, где объединяет этот Советский Союз как скреп,
русская православная церковь, которая нарушает все каноны, лжет, и поэтому она выступает как чертородица, матерь дьявола. Это вот символ РПЦ. Пусть простят меня верующие, это не богохульство, это то, что мне карты говорят, и не даю 100% гарантию. То есть она выступает как великая, вот объединяющая идеология дьявольская. И вот РПЦ как скреп три народа объединяет в одно целое, в новый Советский Союз, где вот в этот Советский Союз, как самое проклятое тоталитарное государство на этом свете, должен прийти и воплотиться после Путина Антихрист, где Путин выступает как лжепророк, и предтеча Антихриста, и его сатанинская миссия от дьявола создать новый Советский Союз. Но чтобы умилосердить дьявола и силы зла, как колдун и чернокнижник Владимир Путин создает ситуацию массового жертвоприношения людей. И он хочет, чтобы невиновные люди умирали в Донецке и Луганске. Таким способом он совершает массовое жертвоприношение сатане. В его понимании, как источнику мирового зла, и надеется, что сам дьявол управит так, что Украину он сможет победить, уничтожить окончательно и всеми коварными дьявольскими способами, используя матерь черта, чертородицу, то есть русскую православную церковь, как носительницу сил тьмы и зла, и верную служанку дьявола, то есть чтобы вот создать новый Советский Союз в надежде на то, что когда он умрет, то его, как Ленина, фактически в мавзолей поместят, и будет происходить мистическое деяние, мистическое, это мистерия, воплощение самого дьявола в черных ипостасях на землю, где он после Путина придет сам мировой антихрист. Одну секундочку, мои дорогие, одну секундочку. Я сейчас отвечу. Да, время тикает. То есть его задача выполнить волю мирового зла, создать мега-империю тьмы, новый Советский Союз. И он хочет, чтобы побольше людей было убито, невиновных солдат украинских, потому что это массовое жертвоприношение дьяволу. Но эта Вавилонская башня, она разрушится. Это гибельный план. Это план погибели. Понимаете? То есть, чем это завершится? Это завершится Американским Союзом. Украина войдет в Американский Союз. Вот доллары, Америка идет, да? Символ. То есть, видите, американский доллар. Ну, это как Джо Байден, символ того, что вот он приходит к власти, вот Джо Байден. И Америка создаст Американский Союз. Как он будет называться, какую форму он примет, я сейчас как ясновидящий не могу сказать. Но Украина войдет в Американский Союз. И Украина выживет в этой войне. Она победит, правда, с Украиной. И независимость Украины
сохранится навсегда, навечно, будет независимая страна Украина. И сама высшая сила придет на помощь Украине. Она будет триедина. Соединенные Штаты Америки, Украина пойдет, и будет еще третья страна, которая войдет в этот американский союз. Что будет за третья страна, не могу сейчас сказать. Возможно, это Европейский союз как символ объединенной, вот скажем, Европы, которая идет, то есть США центральная, Украина, и, возможно, я так допускаю, это просто вообще объединенный Европейский союз. Вот это будет американский союз, это сверхмощный вот, цивилизационный союз, и Украина выживет, Путин проиграет. То есть империя мирового зла – это будет суда территория Российской Федерации, которая сейчас есть. И не буду сейчас просматривать судьбы России. Мне жалко россиян. Я люблю россиян. Когда я в соавторстве написал «Новый завет сатаны» Сергеем Валерьевичем Небога, и я отправил это послание в Россию, вот, спасибо Сергею Валерьевичу, «Новый завет» были издали, то там у меня была надежда еще, что эта книга, когда она придет к Путину, он увидит, что это верование его, что дьявол – это воплощение зла, и что нужно убивать украинский народ, солдат, что он остановится. Это ошибка. Зачем дьяволу и силам тьмы вот это жертвоприношение? Это ошибка мышления. Но меня никто не услышал. Я учил добре и призывал, чтобы царило добро и справедливость, эта война ужасная прекратилась. Я верю в то, что добро победит зло. Правда, с Украиной. Ну, вас, россиян, я тоже люблю и очень вам сочувствую. Высшая сила все расставит по своим местам. Желаю всем счастья. Слава Украине. Героям слава. Правда, с Украиной. Я люблю родную Украину. And glory to the USA. И слава США. God bless America. Боже, храни Америку. И вопрос от Ольги. Оля, приветствую вас. Вы ждете, вы уже спрашивали меня. Так, Оля, питання українською мовою. Останнім часом я зовсім не впізнаю себе. Стала дуже злою, агресивною. Часто думаю про самогубство. Перестала слідкувати за собою і своїм здоров'ям, а у моїх думках дуже багато негативу. Мені здається, це виникло не саме по собі, бо раніше я була доброю і відкритою для людей. Що це зі мною може бути? Оля, дуже непроста ситуація, я за вас хвилююся. Давайте подивимося по картам Таро. Що з Олею? Так. Ну, я хочу сказати про те, що ви дуже добра насправді людина. Це показують мені карти. Ну, ключова карта ось Маг, так, це карта високого творчого потенціалу. У вас є задатки і до поезії, можливо, літератури. У вас є творчі здібності до
якоїсь прекрасної духовної роботи. Та, можливо, навіть ви можете малювати красиво або якось зробити зачіску красиво. Тобто, от що ви можете, будь-яку діяльність робити, ви можете в неї душу вкладати. І у вас дуже багато, Оля, насправді світлих думок. Ви були раніше як ідеалісткою, я сказав би так, і максималісткою, бо ви хотіли по максимуму, ви вірили в себе. Зараз же у вас відбувається дуже непростий період в житті. Ну, це криза смерті, от, тобто криза спричинена, скажімо так, енергією Танатоса, як я бачу. Ось ця карта смерті. Танатоса, ця криза полягає в тому, я так криза Танатоса назвав, тобто це Бог смерті, що ви почали втрачати смисл життя, смисл вашої діяльності. Володар ілюзії, який випав Оля, ну, він показує про те, що у вас були уявлення про цей світ, були мрії, були надії. Ледь не спасіння, напевно, сказав би я так, землі, і ну, у вас дуже гарні, світлі були думки. Але вони почали розбиватися об жорстоку реальність. Реальність соціальну, реальність людей, де вам робили боляче, де вас не розуміли, багато є болю. І наступив апокаліпсис вашій душі, ось страшний суд, де ви почали вже не хотіти навіть бути в цій реальності, жити, де у вас упала самооцінка, де ви почали самі себе карати за вашу біль, за абсолютно і адекватно, я сказав би, агресію, яка накопичується. Звичайно, нікого не потрібно там бити, та ви не така людина. Я, ну от, але оця біль – це крик душі. Тому що ви почали відчувати екзистенційну самотність. Ти це бачиш зараз по яснобаченню, по картам. Дуже серйозна самотність. Самотня, красива жінка, в якої багато є можливостей для реалізації, для щастя, але ви не можете знайти своє місце в цьому світі. І я бачу тут самотність, а також таке глибинне відчуття самотності, де не вистачає рідної людини вам, яка б вас любила такою, яка ви є. Бачила вашу душу, і у вас почалося такі коливання настрою. Ви почали впадати в депресію. З'явилася апатія, нічого не хочеться робити. Я перепрошую, бо мене зараз я в такому полусні починаю знаходитися, у мене енергія вся виходить. Все нормально. І от ви почали страждати і мучитися від грубості цього світу, від того, що вас перестали чути, розуміти. Це карта проблемна у комунікації з чоловіками. Ви на роздоріжжі доріг вашого життя. Ви не знаєте зараз, як правильно і куди рухатися вперед, щоб бути щасливою, досягнути вашої мрії. І оця криза, коли закінчиться ваша, ви відродитеся однозначно.
А зараз просто перестаньте себе засуджувати. Перестаньте себе ненавидіти. Прийміть себе такою, яка ви є. Я вибачаюся. З плюсами і мінусами. Це в мене енергія зараз виходить. І мене, я починаю втрачати силу. От у вас все буде добре. Однозначно. Але бажано пройти чистку. Треба пройти чистку. Давайте так домовимося. Дьявольська енергія. Ви як шукали відповіді на запитання, ви людина інтелектуальна, як я бачу, розумна, але ви почали втрачати дороговказ. Як і куди рухатися далі? Напишіть мені, давайте, от в четвер напишіть мені, оце що буде. І я вас поставлю на чистку. Ми там домовимося про ціну, яка буде для вас, вона буде доступною, я думаю, однозначно. І ми при індивідуальній консультації з вами попрацюємо більш глибинно, якщо забажаєте. Бо є те сокровенне, що, я думаю, вам буде, ну, важливо це почути, проаналізувати, пропрацювати. Уже при індивідуальній консультації. Це буде Skype чи WhatsApp, Viber. Домовились, якщо забажаєте, звичайно. А так у вас усе буде добре. Ви в депресивному стані, зараз в кризі, але унувати не потрібно. Що треба робити далі, щоб рухатися? Потрібно рухатися вперед. Рухатися вперед і не зупинятися. Вірте в себе. Зараз у вас чорна полоса. Є, я сказав би так, деякий неуспіх у житті. Ви не можете до кінця реалізуватися, знайти себе. Бракує кохання, Оля, коханого чоловіка близького, чи взагалі близької людини, так? І поради від вищих сил. Навчайтеся далі, розвивайте ваші креативні здібності. І нічого не бійтеся, тому що сенс життя, він прихований у самому житті, Оля. І кожна людина, яка рухається вперед, вона отримує свій золотий час. Ваш золотий час, ну, це не в прямому смислі, а в переносному йде. Тобто удачі, успіху попереду, тому що ваше серце заспокоюється зіркою з неба, вашим талантом, який розкриється. Розкриється, тільки треба набратися терпіння, потерпіти і читати книги, рухатися вперед і не унивати. Ну, Оля, я бажаю вам гарної пори часу, благословіння вищих сил. Живіть і цінуйте те, що у вас є. Бо рідніше домівки немає. Ми нікому не потрібні, окрім рідної України, рідної домівки. Будьте щасливі, Олечка. Я уже вам відповім завтра, післязавтра, тому що я проведу ці прийоми і я повинен енергетично встигнути відновитися, тому зараз такий вже у мене етап починається у зміні ритму сну, що я не можу особливо відповідати на повідомлення. Я пізніше відповім, якщо будете мені щось писати. Вам же бажаю щастя, радості, успіху. У вас все буде, Оля, добре. З повагою, Любомир. І у нас остання ситуація. Я прошу вибачення у людей, хто це дивиться, російська мова не буде питання. Російською мовою я відповім. Так. Так. Де запитання? Ім'я у нас змінене. Ім'я у нас змінене. Спрашивает меня. Володя, Владимир, Вова.
Доброго времени суток, Любомир. Скажите, а когда будет вторая часть духовных подарков, расклада на Таро в марте? Могли бы вы сделать диагностику на то, какими чертями я одержим и как убрать опасную одержимость, если она есть? Также хотелось бы небольшой расклад на сканирование имеющихся заболеваний. Ну, я хочу сказать о том, что я не сканирую заболевания, и нужно при любых заболеваниях обращаться к врачам, к медикам в первую очередь. И вот, потому что здоровье любое, оно имеет очень, ну, непростой такой эффект, понимаете. Если человек заболел, но при этом не обращается к врачам, то часто он рано умирает. Не всегда, есть исключения. Потому что законы уже потеряны, нарушены любого заболевания, в том числе хронического. Если человек вмешивается в сферу здоровья, у него должен быть, ну, диплом о высшем медицинском образовании. Я не вмешиваюсь в медицину, не лечу болезни, я провожу только энергетические чистки, как психологические услуги. Поэтому я, Вова, не буду говорить вам насчет здоровья, даже просматривать не буду. Если вам плохо, что-то такое, обращайтесь, пожалуйста, к врачам, к людям с высшим медицинским образованием. А давайте посмотрим. Прошу прощения. Энергия вся у меня уходит. Надеюсь, я смогу проконсультировать еще двух людей. Значит, так, смотрим. Каким чертом одержимы вы? И одержимы ли вы? Давайте посмотрим. Каким чертом одержим Владимир? Сейчас я вам расскажу, что я вижу. Насчет одержимости, еще серьезная одержимость есть. Мой дорогой, смотрите, я просмотрел. Я не вижу каких-то серьезных одержимостей. Расклад довольно большой. Ни одного пикового черта не выпало у нас. Это самые плохие карты, которые только возможны в этом раскладе, если мы берем одержимость. Ни одной пиковой карты у нас не выпало. Это означает, что вы двигаетесь, в принципе, в правильном направлении. Но если вы хотите молиться дьяволу, как вы молились там или молитесь, то вы вправе это делать однозначно. И не унывать. Я сейчас, секундочку, прошу прощения, потому что у меня полностью начинает сознание отключаться. У меня нет энергии и силы, но я завершу это видео. Вот так меня, когда гадаешь, да, вот работаешь с людьми, она настолько сильно, вот как, ну, всю силу забрала, да, уже на данный момент. А я говорю, что сегодня очень уставший. Чёрта какого-то серьезного я не вижу.
первая карта у нас Гамовед. У вас есть скрытые сексуальные желания. У вас это не только гомосексуальность, либо бисексуальность, хотя это тоже вполне может быть. Там очень непростой идет комплекс целый. Когда у вас возникают сексуальные желания, потом вы можете, ну, двигаться в довольно специфической стороне, я бы так сказала, своих сексуальных предпочтений. Что я могу сказать? Сейчас. Одержимости я не вижу бесами. То есть у вас какие-то есть, возможно, страхи, мысли. Во время мастурбации какие-то сексуальные желания приходят, да? Вот. И вот это вызывает у вас состояние, ситуацию, когда вам нужна психологическая помощь, поддержка. Так. Соблюдайте гармонию внутри и внешнюю, и наружную. Потому что вам нужно двигаться вперед. Вам нужно развиваться, мой дорогой. Чтобы не было иллюзий. Двигайтесь, творите, пишите. Это может помочь вам в вашей непростой тоже жизни. Высшая сила вам благоволит, и она вам поможет, мой дорогой. Вам счастья, радости, мира. Процветание, благополучие высших сил. Карта итога для вас. East or West, home is best. В гостях добре, а вдома краще. Сиден чи північ, сиден там... Сейчас, секундочку, это поговорка, я забыл, как ее перевести. В гостях хорошо, дома лучше. Скажем так, она переводится. Не могу сейчас на украинском языке вспомнить, сформировать эту поговорку. У вас все будет хорошо, мой дорогой. Не сдавайтесь, не унывайте и ругайтесь вперед. Счастья вам, Вова. Всех благ. Будет нужен еще духовный подарок для вас. Пишите, стучите. Только заранее напишите, хотя бы за денек. Удачи, успеха и процветания. У вас все будет хорошо. Но нужны какие-то вопросы, советы. Пишите, стучите ко мне. С уважением, Любомир. Так, и я читаю завершающее заклинание. Это будет так свершилось. Аминь. Счастья вам, мои дорогие. Простите, что я в таком состоянии. У вас все будет хорошо. Я восстанавливаю силы, потому что у меня еще две консультации. А я уже засыпаю на ходу. Счастья всем и радости ваш. Любомир Богоявленский.